Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Это видео о моих покупках за февраль месяц. И начну с больших каких-то, да, бутылочек, баночек. Приобрела я по большой скидке вот такую огромную бадью. Здесь целых 530 миллилитров. Это корейское средство для волос, двухфазный спрей, конфьюм для увлажнения, восстановления и блеска волос. На сайте было написано 530 миллилитров, а торговая марка Велкос, девочки. Я честно думала, может быть какая-то ошибка, потому что второй спрей, но на него, правда, были не очень отзывы, был 230, если я не ошибаюсь, миллилитров. Ну, в общем, да, действительно пришла вот такая бадья. Буду пользоваться, потом вам расскажу. Если вы кто-то из вас использовал это средство, то, пожалуйста, напишите, мне будет очень интересно знать ваше мнение. Также нашла, девочки, сейчас очень тяжело найти белорусскую косметику, но все же я нашла, покажу вам для волос сразу. Давно хотела попробовать, поэтому купила, не удержалась. В общем, вот такая вот маска для волос. Это Белита, линейка Spa Salon, маска для роста волос, горячее обертывание, 200 миллилитров. Отзывы противоречивые, но вы знаете, у меня сейчас после того, как я осветлилась, волосы обломались, очень плохо растут и хочется какие-то средства попробовать. Поэтому попробую, я вам, конечно же, расскажу. А ну, если кто-то из вас пробовал эту маску, то, пожалуйста, пишите ваше мнение. Также тоже очень давно хотела попробовать. Это маска для волос «Сила гиалурона. Глубокое питание и восстановление». Маска «Эликсир Ойл Интенсив. Восстановление, защита, уход при ображение волос». Здесь 200 миллилитров. Тоже, когда я читала хорошие отзывы на эту маску, и вот решила наконец ее попробовать. Еще средства сразу покажу для волос, девочки и мальчики. Я задалась целью поиском такого средства и тоже обнаружила его в белорусской косметике. Тоже были хорошие отзывы. Это бальзам для светлых волос, сияющий блонд, брюнетки, блондинки, линейка. Это маска, она бальзам, точнее, 300 миллилитров, он фиолетового цвета, он там запаян и зафольгирован, не могу вам показать, но я видела у девчонок на отзывах, это вот бальзам, который предотвращает желтизну, внутри это фиолетовая такая жидкая консистенция. А еще одно средство для волос забыла показать, это Белкосмикс, сыворотка для роста волос с пантенолом и аргинином, несмываемая, 145 миллилитров. Такая тоже интересная линейка, ничего не пробовала. Была эта сыворотка с огромной скидкой, поэтому я решила попробовать. Так, поехали дальше. Покажу вам две зубные пасты. Взяла первый раз, будем пробовать вот такую пасту Дель Капитана. Это у нас паста против зубного налета и кариеса. Вообще такие хорошие отзывы об этих пастах. Ну, в общем, решила я попробовать, наконец-то добралась. И вот такую вот я еще купила. Это Гималая, ментоловая свежесть. Паста на травах. Тоже никогда не пробовала, очень интересно. Будет попробовать. Какую-то из них одну точно поставлю в уход сразу, потому что у нас пасты заканчиваются. Так, едем дальше. Купила я вот такие вот дезодоранты. Спрей Фа, Fresh Dry, антиперспирант с зеленым чаем. Тоже очень хороший отзыв. Вообще Фа уже как-то давно не брала. Ну, в общем, взяла по случаю, да. И вот такой вот Nivea эффект пудры шариковый. Его я очень люблю. Я уже не один раз им пользовалась. И мужу взяла, тоже была большая скидка на Eva UA. Вот такой вот L'Oreal Man Expert, термозащита. Что-то там такое, в общем, вот такой шариковый дезодорант. Купила еще в Эйвоне вот такой вот крем для рук с витамином Е и ванилью, 75 миллилитров. Девочки, уже даже пробовала, очень хорошо увлажняет кожу, мне понравился. И в Эйвоне еще взяла для дочери вот такой вот тоник от черных точек, очень нам нравился, как-то был тоже в использовании, он хорошо устраняет покраснения какие-то,
вот против черных точек конкретно он не очень хорошо работает, но с прыщами и воспалениями справляется на ура. Так, девочки, едем дальше. Купила я вот такую вот, очень люблю эту умывалку. Это Белита, линейка Белита Янг, гель с микрогранулами для молодой кожи. Здесь 200 мл, он классно пахнет, там внутри такие гранулы, вроде как гранулы жожоба, что-то такое написано. Они как бы не скрабирующие, они не царапающие, но тем не менее очень хорошо очищает кожу, кожу не сушит, и приятнейший аромат. Я очень-очень люблю этот аромат. Также, девочки, очень было тяжело найти, ну, в общем, кто хочет, да, кто стремится, тот, конечно же, достигнет желаемого. Купила я вот такую вот маску от Белита, это «Магия Марокко», преображающая маска пилинг для лица с глиной гасолы, экстрактом маринги. Это действительно маска очищающая, я ее очень люблю, когда-то она у меня была, 100 мл здесь. Очень мелкие такие, как песок, скрабирующие частички этой глины гасул. Действительно, она выравнивает тон кожи. Она моментально удаляет все признаки усталости на коже. То есть после скрабирования ее нужно нанести и на какое-то время оставить. Обожаю эту маску, нашла, с удовольствием буду пользоваться. А также, девочки, я очень люблю эту линейку. И тоже я с огромным трудом нашла две маски, но я буду еще искать, я хочу еще какие-то, потому что очень люблю эту линейку. Нашла две маски, вот такие вот, от Markel, торговая марка, их линейка знаменитая Magic Duet. Эта маска супер увлажняющая, с клубникой, йогуртом, а эта маска для лица восстанавливающая, с яблоком, кажется. Давайте почитаем, что заявляет производитель. Так, где же фокус? Маска на основе натуральных компонентов. Тра-та-та, восстанавливает тонус, укрепляет кожу лица и шеи. Порошок зеленого чая, антиоксидантное действие дает, улучшает микроциркуляцию в коже. Экстракт яблока защищает от неблагоприятных факторов внешней среды, питает, увлажняет. И оливковое масло разглаживает кожу, препятствует появлению морщин. Вот такая вот маска восстанавливающая и супер увлажняющая. Глубоко и быстро увлажнение кожи дает, комплекс активных компонентов, восстанавливает естественный водный баланс, поддерживает его в течение 24 часов. Вот такая вот увлажняющая у меня когда-то была. Я помню, что она мне достаточно нравилась, а вот восстанавливающая не было еще у меня маски. И также я хочу найти регенерирующую с кислотами, подтягивающую. Ну, в общем, обожаю эту линейку, постараюсь еще найти другие маски из этой серии. Также, девочки, взяла я вот такую вот маску от торговой марки BioVolt. Это их линейка Веганика, мята, клубника, базилик, крем-маска для лица, увлажняющая. Там вот такие крупинки, как будто бы зернышки клубники. Не знаю, видно ли вам на камеру. Да, вот такие вот они там небольшие. Ну, в общем, она классно пахнет. Я еще не пользовалась ею. Но по отзывам вообще маска достойная. Также уже, ладно, по Беларуси, да, пройдусь тогда. Так показываю с 5 на 10. Давно хотела все я взять. И все вот никак. Ну, в общем, наверное, время пришло. Это крем-хайлайтер. Линейка «Секрет сияния». Изумительное сияние с маслом морожки, витамином Е. Скрывает несовершенство кожи. Подчеркивает естественную красоту лица. Здесь 30 мл. Девочки по-разному его используют. И соло, и соединяют с обычным дневным кремом, и с тональным кремом. Он дает такое подсвечивание легкой кожи, чтобы скрыть следы усталости какие-то. Может быть, ну, в общем, очень хочу попробовать. И я очень рада, что я его все-таки нашла. Так, и покажу вам тогда уже за заказ белорусской косметики. Девочки, я, честно, я не знала, что бывают пробники на белорусскую косметику. Здесь, правда, не только белорусская, но, в общем, не буду подробно останавливаться. Просто вам покажу. Мне продавец положил, вот, смотрите, целую кучу пробников за маленький заказ. Здесь очень много продуктов, которые я когда-то хотела попробовать. Просто видела и знала, что они существуют. И, в общем, все это я буду пробовать. Девочки, я, в общем, моему счастью нет предела. Буду пробовать, потом вам все это расскажу. А вот теперь
вопрос в том, что если мне что-то очень сильно понравится, смогу ли я это купить? Потому что белорусская косметика теперь это огромный дефицит. Вот так вот все это выглядит. Да, есть какие-то по два штучки одинаковых. Ну, в общем, буду пользоваться, потом вам все это расскажу, да, впечатления. Также, девочки, я купила себе вот такую вот маску. Вообще закупилась по маскам знатно, потому что у меня как-то все поредели мои маски. Это Beauty Derm. Вот такая вот маска с бананом. Она идет питательная. 75 миллилитров. Я ее купила, потому что очень хорошие были отзывы на маску одноразовую, да, тканевую. Там тоже была сыворотка вот кремообразная, и девочки очень хвалили. И именно на эту маску писали, что результат как вот той маски тканевой, и все были очень, поклонники той тканевой маски были рады, что появилась вот такая вот большая в тубе. Я решила, конечно же, ее купить, потому что я очень люблю аромат банана в косметике, ну и питательная маска не помешает. Также, девочки, буду первый раз использовать вот такую вот торговую марку. Это, сейчас как она читается-то правильно, Revuelle, маска с ретинолом, разглаживающая, восстановление, регенерация, пигментные пятна, эластичность, мягкость, природный синтез коллагена, фруктовые кислоты, витамин С, витамин Е. В общем, это должна быть просто потрясающая вещь. В общем-то, я ее видела давно, но как-то не было, знаете, повода купить. А тут закупалась масками и купила. Значит, разглаживающая маска с фруктовыми кислотами, с ретинолом и витамином С и Е. Буду пользоваться, потом вам расскажу. Если вы пользовались, пожалуйста, расскажите, как вам эта маска понравилась. И осталось показать совсем немножко. Купила вот такое вот мыло Тиама с кремом, с экстрактом плюмерии. Девочки, оно невероятно вкусно пахнет. Очень приятный такой аромат. Также я купила вот такие вот две малышки, две масочки от Эвелин. Look Delicious, линейка масок. Здесь по 10 мл. Значит, эта маска у нас идет энергизирующая маска с натуральным скрабом, экстракт апельсина, лайма и отшелушивающие частицы, жизненная сила, мягкость и блеск. А вторая у нас идет, значит, с шоколадом, да, что ли? Разглаживающая маска для лица с натуральным скрабом, шоколад, мята и так далее. Ну, в общем, попробую, тоже вам расскажу. Никогда не пробовала эти маски. И последняя покупочка, девочки, что я вам покажу. Тоже я очень давно хотела, но в большом объеме, конечно же, вот это очень небюджетно. И была акция на миниатюру. Естественно, я купила, девочки. Это Пьюнкан Юль. Где же фокус? Это у нас крем вокруг глаз с черным чаем. Написано что-то типа «время вспять поворачивать». Здесь 9 мл. Девочки, посмотрите, какой голографический рисунок. Ну, в общем, отзывы на этот крем просто потрясающие. Девчонки молодеют просто на глазах. Я тоже очень хотела попробовать. В принципе, я думаю, 9 мл это будет достаточно для того, чтобы понять, работает крем или нет. Ну, в общем, я не удержалась и взяла, потому что я, ну, очень давно тоже хотела попробовать что-то из этой торговой марки. Очень ее хвалят, но при этом она, конечно же, не бюджетная. Как поставить так, чтобы он стоял? В общем, девчонки и мальчишки, вот такими были мои покупочки в феврале. Если что-то будет еще, то я вам обязательно покажу, поделюсь. Если вы что-то пробовали из того, что я вам показала, пожалуйста, напишите ваше мнение, ваш отзыв. Мне будет очень интересно почитать. Всем спасибо, кто смотрит мои видео. Всех обняла, всех целую и люблю. Кто не подписан, еще подписывайтесь. Будем делиться секретами ухода за кожей лица и тела, также за волосами. На сегодня у меня все. Всем пока и до новых встреч.